477-й автобус отменили, ведь рядом МЦД Сколково. Местные жители справедливо возражают. До железнодорожной станции еще нужно добраться. Вопрос решаемый, говорит глава округа. Но просьбу о восстановлении маршрута нужно обосновать. Чтобы мы отстояли свой маршрут, нам нужно прям положить 1, 2, 3, 10 реальных жизненных ситуаций, где время дольше, плюс еще какие-нибудь сбои, там несоответствие расписания между МЦД и автобусами, где, возможно, дороже, хотя нас убеждают, что дешевле на 27 рублей, ну и так далее, и так далее. Не просто передвигаться по микрорайону и на личном автотранспорте. Например, между домами 67 и 78 на Чистяковой нет левостороннего поворота. Приходится разворачиваться и терять время в пробке. Возможность внести изменения в организацию дорожного движения глава округа обещал обсудить с госавтоинспекцией. А некоторые автомобилисты и вовсе бросают своих железных коней на пешеходном переходе. Так нередко происходит на участке дороги рядом с Татьянинским храмом. Я думаю, что это надо ставить в программу 2025 года, комплексное благоустройство дворовых территорий, делать проезд вместе со всем двором. Чистяково 40, 42. И, собственно, данный проезд, он туда же и включен. Проводить нормальную, собственно, реконструкцию данного проезда. Глава округа поручил проектирование дорожного объекта провести в кратчайший срок, чтобы как можно скорее приступить к работам. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».